Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Один из самых успешных героев на юге и любимый болливудский злодей Пракаш Радж не нуждается в представлении. У актера трое детей от его бывшей жены Лалиты Кумари. Позже, в 2010 году, он женился на хореографе Пуни Верме и приветствовал своего сына Видханта в возрасте 50 лет. Саиф Алихан. Патауди Наваб – один из самых стильных мужчин Болливуда. Он женился в молодом возрасте на Амрите Сингх и имеет с ней двух великолепных детей – Сару и Ибрагима. Саид позже женился на Карине Капур и стал отцом одного из самых симпатичных болливудских детей – Таймура в возрасте 46 лет. Король Болливуда Шахрух Хан вновь принял отцовство в возрасте 47 лет благодаря ЭКО-суррогатному материнству. Он и его семья были благословенны маленьким малышом Абрамом. У Амира Хана двое детей – Джунаид и Айра от его бывшей жены Рины. Он хотел снова испытать радость отцовства со своей второй женой Киран Рау. Супруги воспользовались методом ЭКО-суррогатного материнства, благодаря чему появился их сын Азат Рау Хан. Амиру было 46 лет, когда родился Азат. Отношения Санджая Датта и Маньяты Датт, возможно, пережили много взлетов и падений, но они также дали им двух прекрасных детей – Шахрана и Икру. Санджаю Датту было 51 год, когда он и Маньята были благословенны близнецами. Навазуддин Сиддики, известный своими блестящими актерскими способностями, Навазуддин Сиддики является одним из тех лучших актеров, которые могут сыграть любую роль с блеском. Он получил величайший подарок своей жизни, когда его сын Яани Сиддики родился на 41-й день рождения актера. Манодж Баджпайи. Лауреат двух национальных кинопремий Манодж Баджпайи женился на актрисе Нехи Баджпайи в 2006 году, и они приветствовали свою дочь Аву в 2011 году, когда ему было 42 года. Рони Трой оставил свой след на индийском телевидении. У актера есть дочь от первой жены и двое детей от второй жены Нилам. Он стал гордым отцом своему сыну Агасте, когда ему было 42 года.